Привет! Сегодня я зачитываю историю от подписчицы. Сразу говорю, письмо очень длинное. По возможности постараюсь что-то убирать. Или буду читать, стараться, чтобы не убирать побыстрее, да, чтобы не растягивать. Но история окончена, история жизни женщины замужем в Турции. И это то, как вы любите. История, как из трудных отношений можно выйти, остаться собой, там и про детей, и про все. В общем, очень интересно. Давайте приступать. Вы в инфобоксе, под видео есть моя почта. Пишите, если у вас есть истории для публикации, пожалуйста. Я тоже люблю, знаете, не только какие-то тревожные, страшные истории про турков и отношения, про счастливые истории с хорошим концом. Я тоже с удовольствием читаю и опубликую для вас. Так что давайте приступим. Я всю жизнь искала настоящую любовь. Хотела создать семью, детей, заботливого мужа хотела. Не было приоритета, чтобы деньги, только богатство. Главное, чтобы человек был хороший. А все остальное прибавится. Руки, ноги есть, можно работать. Я выучилась 11 классов, сама поступила в институт, в школе была гадким утенком. Были издевки со стороны одноклассников. Не так одеваюсь, как другие. Длинные волосы, живу в области, а не в городе. Жила я в Московской области тогда. Закончила школу без троек. В институте все поменялось. Я стройная, симпатичная. Симпатичная, появилось много поклонников. До 21 года я встречалась с парнем из моего подъезда. 3 года мы встречались, пока я не узнала, что он бабник и к моим подругам уже подкатывал. И так я и ушла от него. С его стороны были истерики. «Вернись, я больше так не буду». Даже побил стекла на моем этаже и на выходных на общем балконе. Я, конечно, такого не ожидала. На меня никогда никто голос даже не повышал, руку никто не поднимал. Но я была категорична. Бабники мне не нужны. Это одни лишь страдания, а не жизнь. Пока училась в институте, пошла на танцы, там познакомилась с парнем на 13 лет, меня старше, душа компании. Мне очень понравилось с ним танцевать, общаться, влюбилась, как-то так комфортно было. В общем, мы с ним стали часто видеться. Он работал рядом с моим институтом, и меня встречал, мы гуляли. Я к тому времени устроилась на практику и осталась там работать после института. Еще бегала на работу. И как-то нас закрутило. Через полгода мы поженились. Он начал торопить меня с детьми, а я хотела закончить институт. Потом я узнала, что у него в роду не все так гладко. Мама свела счеты с жизнью. Была несчастлива с его отцом. Затем отец вроде бы тоже любил выпить, спился, и не помню точно, брат живет в центре где-то с какими-то алкоголиками, что-то лечится. В общем, я задумалась о его генетике, и говорят, что самоубийство чуть ли не передается по поколениями, и алкоголизм тоже. Ну, конечно, пить не пил совсем, но я начала замечать, что-то становится мне с ним некомфортно. Ой, у вас прям такой избегающий тип тут намечается, то есть страхи определенные, да, чуть-чуть вы прям людей выбираете, очень бережно относитесь, к себе трудно подпускаете. Когда я стала вызывать такси, он вскочил и начал швырять сумки по всей квартире, когда собрался с него уходить. Мои пакеты с вещами все раскидал, словно озверел. Таким я его никогда не видела раньше, и мне стало реально страшно. Я сделала вид, что я пошутила, что все окей, я никуда от него не ухожу. Мне реально стало страшно за свою жизнь. Казалось, вот-вот и может от пакетов перейти и ко мне. Когда утром он ушел на работу, я быстренько собрала все свои вещи, позвонила моему другу с работы, у него была машина, он за мной приехал, отвез меня с вещами к маме, и, кстати, он меня сильно поддерживал и тоже проявлял знаки внимания. Тогда хотел встреч со мной, но на тот момент он был женат. Для меня женатый мужчина табу. Кстати, был очень хороший. В итоге он развелся через пару лет. Я уехала от мужа, больше к нему не возвращалась. Часто приходил, один раз с 7 розами пришел к работе, плакал. Мне его было очень жаль, но я была категорична. У меня словно пелена сошла с глаз, и я поняла, что такого человека рядом со мной я видеть не хочу. И как будущего отца, детям тем более. Моя одноклассница мне рассказала, что она написала в газету объявление о знакомстве. Отправила свое фото. Ей ответило много молодых парней. Я тогда думала, написать или нет свое объявление. Мое внутреннее «я» отторгло эту идею. Но любопытство взяло верх, и я написала. Так я познакомилась с моим будущим мужем. Если предыдущий муж был очень импульсивным, этот, наоборот, был очень тихим, спокойным. На тот момент мне казалось, что адекватный и много работал. Так, я здесь пропускаю тра-та-та. В итоге она поняла, что у него есть какая-то... Кем-то там переписывается, увидела в телефоне сообщение от него: «Вика, я тебя люблю», какой-то женщине. В итоге, короче, в итоге она его простила, они снова сошлись. На тот момент мне мой врач-гинеколог сказал, что у меня сильно повышен один гормон, и что с таким диагнозом девушки не могут забеременеть 3 года и больше. И такое у нас было всего один раз. Вы представляете, я забеременела с первого раза. Он мне в итоге сделал предложение, и мы поженились. Та СМС, я считаю, была первым звоночком, когда мы стали жить вместе, переехали к моей маме.
Моя мама говорила на моего мужа, что он слишком молчун. Когда мы с родственниками собирались все вместе на праздники, он всегда отмалчивался в уголке, особо ничего не говорил. Дальше были звоночки еще. У меня после той СМС понесло крышу, только когда он «Вика, я тебя люблю» написал. Доверие к нему пропало, и первый парень врал, теперь этот тоже. Я смотрела иногда его телефон, прям при нем спросила, и он взрывался, пару раз стукнул кулаком в стену рядом со мной. К тому моменту я была беременна и думала, слава богу, что не у меня. Родилась дочка, он сказал, что я сделала его самым счастливым, хотела помогать, но моя мама суетилась всегда рядом и в общем помогала мне во всем. Было бы все вроде как у всех, когда дочке было 9 месяцев, я поняла, что я снова беременна. Все говорили, ты че, куда второго? Но я не смогла и не захотела прервать беременность. Я знала, что буду себя корить всю жизнь. Для меня это уже жизнь убийства. Муж тоже хотел прервать беременность, но я остановила... Все это оставила ребенка и родила вторую дочку. Было очень тяжело. Когда второй дочке было только 2 недели, она была у меня на руках, с мужем разговаривали насчет его так называемого друга. Он его развел в одном деле. Я сказала, что он козел, его друг. Его он обманул. И когда я его называла тоже козлом, он меня ударил по лицу прям с дочкой 2-летней на руках. «Это мой друг, мы с детства вместе», он говорил. «Ты не имеешь права так на него». Для меня было это просто шоком. Я его выгнала к его же другу. Месяц мы жили врознь, и он просил у меня прощения. В итоге вообще обвинил мою маму во всем, сказал, что она нам не дает семью строить, много лезет, давай съедем, вот увидишь, как заживем хорошо отдельно от мамы. Мама мне сказала, я против него, но если хочешь, можешь попробовать, чтобы меня не винило потом, что я тебе, что я вас развела. И был один такой страшный момент, когда мы ссорились в нашей комнате, мама все слышала и зашла, сказав, в моем доме ты не будешь орать на мою дочь. Он побежал к ней и начал душить в какой-то момент времени, потом отошел. Это все было очень быстро, страшно. Я сообразить даже ничего не успела, что происходило. Он был словно зверь, это был еще один звоночек. Мы нашли съемную квартиру. Я знаю, что ударивший однажды ударит еще. И вот один вечер я подмыла мою маленькую дочку, которой было около 5-6 месяцев, и хотела выйти из ванной комнаты. Он зашел и что-то пошутил. Не помню, что я ему провела по щеке рукой, а он меня со всей дури швырнул в ванную, ударив по голове и сказал, «Ты до меня дотронулась говняными руками?» У меня были руки чистые вообще-то. Я упала назад прямо в ванну с дочкой на руках. У меня осталась шишка на голове рядом со лбом. Он озверел. Слава богу, все обошлось, и дочка не пострадала. Я весь удар взяла на себя. Меня затрясло, стало очень страшно. Он закрылся в комнате, я выбежала на лестничную площадку в истерике, плача, стучала соседям, но никто не открыл. Я позвонила в полицию, рассказала ситуацию, что есть двое маленьких детей, 6 месяцев и 2 года. Это было 7 вечера. Полиция позвонила в дверь только в час ночи, когда меня уже могли... порубить и закопать в ближайшем лесу, который у нас был под боком. Как хорошо работает наша доблестная полиция. Дети уже спали, этот успокоился, и они сказали, что проведут с ним беседу. Я была на кухне и все слышала. Он с усмешкой говорил двум полицейским, причем он не был высоким и мощным, но сила у него была, когда он меня хватал за руки пару раз, вырваться было невозможно. Так вот, он двум полицейским, которые... возвышались над ним. Он им говорил, так ведь нужно иногда проучить твою бабу, чтобы мозги на место встали. Когда они уходили, смотрели на меня с нескрываемым сожалением, наверное, что живу с таким вот. Я спросила в итоге, ничего нельзя сделать, что ли? Только если убьет меня, один из полицейских сказал, что да, в Россию, увы, так. Да, детей ему было все равно, он гулял с ними, никогда не ходил, но когда с работы приходил, дочка к нему тянется, а он закрывался в комнате, просил его не тревожить. Убери ребенка, говорил, заваливался на кровать, смотрел телевизор. Также говорил такие фразы, типа «женская участь варить борщи», «твое место на кухне», и уже потом я узнала, что его отец сбил его маму, был алкоголиком, и он умер от несчастного случая, подавился куском сала, когда один был, как мне рассказали. Короче, я ушла от него с 2 детьми после того случая в ванной. Подумала, что не хочу, чтобы дети такое наблюдали, чтобы кто-то остался покалеченным, потому что каждый вечер я в страхе ждала его домой. Я выбрала детей из себя, и снова он просил прощения. Стоял на коленях, но я с ним развелась в итоге. Он пообещал мне, что за те унижения, что он стоял на коленях передо мной, просил прощения, унижался, он мне отомстит. А еще он говорил, что ему не жалко жизнь свою положить на то, чтобы испортить мою, что он благодаря совместным детям всегда будет рядом и не даст мне жизни.
А когда мы еще жили вместе, я придумала бизнес на дому, занималась продажей, копила на машину, чтобы возить дочек к врачам и в садик. Свою старую машину во время брака он продал, я добавила денег с детских, что мне на работе дали, и от государства мы купили другую машину, записала ее на меня, так как его прописка была далеко. Я насобирала денег от подарков тем, чем занималась, купила себе детям русскую подержанную машину за 120 тысяч, так как жили мы от садика и больницы в 7 километрах пешком, и не разбежишься с двумя детьми. Как только мы развелись, наступила весна, и мне нужно было поменять колеса зимние, шипованные, на летние. А у нас был гараж, колеса были там. И гараж этот остался от отца, там хранились колеса. Ключи от гаража были у бывшего мужа. Когда я ему позвонила, чтобы он мне их отдал, он сказал, что их не даст, чтобы я вскрыла гараж, как хотела, как должна вскрывать гараж, как я хочу. Я нашла человека, чтобы помог мне с этим. Тогда мы пошли в гараж, ничего не обнаружили внутри, то есть он все украл до этого. Я ему позвонила, а он рассмеялся и говорит: «А как докажешь?» И кинул трубку. Думаю, каков же подлец, ведь ездил на шипованной резине по дорогам, без снега опасно, можно попасть в аварию, а ведь я вожу его детей на ней же, на этой машине, но ему было все это пофиг. Я копила деньги, чтобы детей свозить на море, дочки ждали лета, пришло лето, все деньги ушли на адвокатов, суды, и ни разу ни на одном суде не появился он, я ходила на каждое заседание, все деньги, что были накоплены на море с детьми, ушли на суды. Вместо того, чтобы проводить время с дочком, я всю весну и лето провела в судах и на нервах. Я хотела доказать, что я машину не продавала, что подпись, значит, не моя и ничего не подписывала. Так, это мы пропускаем. Сейчас мне 39, и я не слушаю, что говорит кто-то. Мне уже все равно на мнение общества. Это к тому, что раньше я была очень зависима от мнимых предрассудков общества. Несмотря на то, что очень тяжело, двое маленьких детей на руках, я одна, другая. Сколько нервов мне стоило унижений. И на одно заседание пришел его тот друг детства. Он сказал, заикается, и вот заикаясь, он сказал историю, что типа мой бывший так трудится много, и вот он пришел с работы, а я якобы с каким-то оленем в постели развелюсь. Итак, судья это рассказ слушала внимательно. Я в жизни ему не изменяла, даже в мыслях такого не было. Когда бы я успела, у меня вообще-то двое детей маленьких, считая погодки, и работать я еще успевала. Я практически не спала. А он тут нас сочинял целую поэму, чтобы меня очернить перед судьей, типа поэтому они развелись. И судья все это, весь этот лживый рассказ слушала, не перебивала. Когда мне дали слово, я начала свой правдивый рассказ. И как бил, и как деньги собирала на отдых у моря с детьми. И теперь все на суды ушло. Она меня прервала и сказала, что это к делу не относится. Так я и пришла к выводу, что России вообще справедливости к женщинам, к мамам нет, да и к правде тоже. Суд поставил выплатить ему 10 тысяч рублей за издержки суда, но машину оставили мне. Но сколько мне стоило нервов судиться, одному Богу известно. Потом были еще и другие моменты, когда не любил ходить по магазинам. Как-то мы вместе с ним детьми поехали за продуктами, уже все вроде бы купили, сели в машину, а я вспомнил, что яйца забыла купить. Они вот рядом с машиной магазинчик. Он взбесился внезапно, стукнул кулаком в зеркало заднего вида, в машине у него потекла кровь, дети испугались, заплакали, ну просто идиотизм. Последним толчком к действиям был тот момент, когда я оставила дочек с ним внизу на детской площадке, суд ему присудил видеться с детьми 3 раза в неделю, он также подал на порядок общения с детьми, чтобы всегда быть рядом, и побежала включить разогреваться суп, чтобы сразу покормить всех после прогулки. Моей старшенькой было 5 лет к тому моменту, и она все слова передавала, что говорил слово в слово, например, папа, мама приходит. И, короче говоря, дочки зашли домой, старшая мне говорит: «Мама, папа сказал, что скоро тебя не будет, и мы будем жить с ним вместе». Для меня это было как холодный душ. А до этого он мне как-то сказанул, что ты думаешь, типа, за бутылку водки вон можно найти, кто убьет? А мне от бабушки осталась квартира в Москве в наследство. Не знаю, как там с этим обстоит дело, но, возможно, он хотел убить и тем самым заполучить квартиру. И тогда у меня созрел план. И решила, хватит трястись, выходя из дома, и жить для этого монстра, у которого в голове непонятно что, и который обещал не дать мне жизни. Некому мне помочь, полиция не спасет. Я приняла решение и считаю, что оно было единственным верным, чтобы спасти себя и детей. Я уехала в другую страну под предлогом вывести детей на отдых в страну, и там осталась, где закон на стороне женщин. Сейчас мне 39 лет, я не слушаю, что говорит мне кто-то. Мне уже не важно мнение общества. Несмотря на то, что очень тяжело, двое маленьких детей на руках, я одна, другая страна, другой язык, который я не знала. Много трудностей, но несмотря на все это, я
парила в облаках. Я была счастлива, освобождение такое сладкое. Я себя почувствовала абсолютно счастливой с детьми и без мужчины, и даже подумала, зачем они вообще нужны? Рядом нет того, кто нервы трепет, тиранит, ты спокойная, можешь делать, что хочешь, хочешь, убираешься, хочешь, не хочешь, говори, готовишь, что хочешь, ешь, что хочешь, никто тебе ничего не скажет, желая ради детей. Правда, иногда по ночам мучили кошмары, страшно было. Ощущение, что он меня найдет. У него была моя электронная почта, и он мне писал поначалу, один день пишет, что любит безумно, ждет, чтобы я вернулась, начала все сначала, второй день пишет, когда-нибудь найдет и убьет меня, и закопает. Я так понимаю, так могут только психопаты. Я перестала читать почту и переключилась на жизнь и детей. Далее меня ожидают события, которых я никак не ожидала, но совсем другая история. Девочки дорогие, любите себя. Не позволяйте вытирать о себя ноги. Не живите с ублюдками. Бегите, спасайтесь. Лучше не будет. Будет только хуже. Люди не меняются. Если вам некомфортно, задумайтесь. Можно уехать хоть куда-то на время одной, не знаю, на курорт или в деревню, или к родственникам, куда возможно. Это поможет увидеть ситуацию со стороны лучше, разобраться в ней. Мне помогает всегда. Чем меньше отрезать, тем легче и с меньшими утратами можно выбраться из этого омута и стать счастливой. Надеюсь, все понятно, писала сумбурно. Вот такая поучительная история выхода из абьюза и домашнего насилия, всяких угроз различных. Я приглашаю вас посетить мой лекторий здоровых отношений. У нас с вами пройдет 4 лекции в закрытом телеграм-канале, доступ к которому у вас остается в течение 3 месяца. Вы можете вернуться к этой информации или послушать эти лекции в течение 3 месяцев в любое удобное для вас время. Лекторий стартует 5 декабря. И с этого дня к лекторию прикреплен чат с живым общением. Я буду отвечать на ваши вопросы по поводу отношений, взаимосвязи, то есть наше с вами живое общение, интерактив. Этот чат будет действовать в течение 2 недель. Вот будет уникальная возможность, приобретая 4 лекции с информацией, также получать консультации психолога. Темы, которые мы затронем с вами на лектории. Что такое здоровые отношения, определение токсичных, какие факторы способствуют тому, что мы вступаем в токсичные и нездоровые отношения. Также у нас будет лекция про самооценку, ее формирование, насколько она важна в взаимоотношении с партнером. Личные границы, как они важны в отношениях, как их расставлять, я вам дам схему личных границ. Если у вас есть страх, возможно, говорить «нет», отказывать и отстаивать свои личные границы с партнером. И заключительная лекция будет о том, как создавать и поддерживать здоровые отношения. Самый лучший приятный подарок на Новый год. Подарить себе шанс на новую жизнь, на здоровые и счастливые отношения. В инфобоксе под видео указана моя электронная почта. Для информации о стоимости и условиях этого курса лектория вы можете написать в теме письма «Хочу в лекторий». Я вам отвечу, пришлю письмо в ответ со всеми условиями. Напоминаю, что лектория стартует 5 декабря. Прекрасный повод сделать себе приятно и начать новую жизнь в здоровых отношениях. До новых встреч. Увидимся на лектории. А что я хочу отметить? Вы большая молодец. Во-первых, потому что вы об этом написали и вообще сочли как бы нужным поделиться своей историей, чтобы она была поучительная для других девушек, которые находятся в подобных ситуациях. К сожалению, домашнего насилия. Насилие бывает, кстати, не только физическое, если кто не знает, но и моральное, сексуализированное, физическое, очень много разновидностей. Морального насилия, на самом деле, гораздо больше, потому что многие люди, особенно в постсоветском пространстве, считают это нормой, что слышать оскорбления в свой адрес, когда тебя принижают, не знаю, никем не считают в семье и так далее, что это типа нормально. На самом деле, конечно же, нет. Так вот, это прям такой, ну, конечно, тяжелый выход из абьюза, но очень сработал, деятельный. Мы на самом деле бежали не от него, а от себя, я больше скажу, от себя старой. Вам захотелось нового перерождения, новой жизни, ради детей, а не ваша мотивация. Но та старая вы, которая на это все подписалась и вошла в эти отношения, я больше скажу, вы сейчас с этой миграцией в другой человек. Не та, которая выходила замуж, не та, которая там до этого парня вы описали двух, с кем встречалась. Все по-другому. А я могу отметить, что та старая вы до этого перерождения, она сама на самом деле провоцировала ситуацию. Вы отмечали у парня, бывшего как бы супруга, когда он был вашим парнем, что очень тихий, спокойный. Там было на самом деле, если мы посмотрим все примеры отношений, которые вы приводили, на самом деле
Я не говорю о том, что без повода как-то парни как бы, ну, типа, нормальные были, да, они себя как-то провоцирующе не вели, а вы, скажем так, провоцировали только нет. И там просто было несколько моментов, но у нас же не история там, про психоанализ разбирать все это. Я вам так скажу, что раньше, которая вы были, вы некие счеты сводили, у вас проблема была с доверием, с сближением, то есть вам это было экстра очень нужно, очень важно, поэтому вы были очень избирательны к своим партнерам, вы их вон там сканировали, шерстили, подозревали, ревновали, проверяли всегда. Это напоминает отчасти немножко тревожные какие-то, да, моменты. В общем, осечка все равно была дана, когда вы закрыли глаза. Вы сейчас просто, вот в чем суть этой истории, дали хороший анализ своему тогда поведению, которое где-то привело к последствиям, в которые вы попали. Но вот эта встряска, я вообще, знаете, чему рада? Что у вас нашли силы, ваши дети, ваш мотор, мотивация ваша, у вас нашли силы, как на то, чтобы выйти, решиться, дернуться. Ну, кстати, хочу отметить, это когда пришло? Когда нам уже стали напрямую угрожать и говорить условно «я тебя убью». Вот это страшно на самом деле. И поэтому вы на это решились. Вам стало страшно, кто, собственно, за моих детях будет заботиться и что будет дальше. То ли вот это вот точка отправная, угроза вашей жизни. Ну, хорошо, что хотя бы вот так закончилось, что вы сейчас в безопасности. Про мужа-психопата, как вы его называли, не обращайте внимания, это стандартная история, не всегда есть этапы, почитайте, ну, может, вы читали так подобную литературу. Уходя из абьюза, всегда доминант, сначала у нас люблю, ненавижу, очень сахарно обещают, по факту, на самом деле, потом срываются, только на угрозу идут, оскорбления, и только со временем у них поутихает. Еще хочу сказать, немножко от вашей старой жизни у вас осталось, вы читали эту почту. Больше скажу, если вы новая, не делайте то, что вы делали раньше. Мы никогда не даем подобному шанс. Не хотите провоцировать его, себя, лучше с ним просто не общайтесь. Вот вы избежали контакта максимально, не контактируйте, пожалуйста, ни на сообщение, ни на что. Если вы думаете, это же отец, у него есть права. И вот эта вся история, вот это, вот девочки вырастут, станут не им по 18 лет, они юридически будут независимы от него, в безопасности. Не берите от него никакие алименты, если будут контакты, просто с ним не контактируйте. И, пожалуйста, вы вправе разрешить там дочкам с ним общаться, если они захотят этого. Не захотят, это их выбор будет. Но вот эта тягомотина и папа, почему про алименты, я говорю, у нас же есть закон, вот про законы вы, я думаю, юридически все это читали, узнавали, вы знаете, что родители, престарелые, назовем так, могут подать на алименты на своих детей, если дети от алименты получали в разводе от родителей до 18 лет. И он потом нарисуется девочкам престарелый папаша, который садистом был, может, там, не знаю, что с ним вообще дальше, да, случится, каким человеком дальше будет, что повлияет на его психику поведения. И скажет: девочки, доченьки, на алименты на вас подаю, потому что, например, если вы получали от него алименты, чтобы вы меня в старости немощного на копеечную пенсию содержали, давайте мне денежки. Вот чтобы этого не было, мы ничего от него не берем, не ждем, вообще с ним не контактируем. Вот честно скажу, проблем будет меньше, будете целее, вам будет спокойнее тогда. Вот такое письмо получилось в инфобоксе под видео. Есть моя почта, где вы можете написать тема письма «История от анонима», прислать вашу историю для разбора. Второе, вы можете написать «Консультация», пообщаться со мной в частном порядке, как с психологом. И следующий вариант, обязательно в инфобоксе вы можете написать «Хочу в лектории», я вам вышлю условия, стоимость лектория, которая начнется у нас 5 декабря. Все вопросы в комментариях, обсуждайте данную историю. Замечательный пример того, как можно из этого выйти, но я всем желаю в такое не попадать. То есть история у нас исцеление. Жду ваши и хорошие истории тоже. Скоро увидимся. Всем пока.